Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжим играть в System Shock. И вот мы на уровне втором исследования. Как бы у нас была тут своя делегация встречная, в которой мы разобрались в кратчайшие сроки, скажем так. И пойдем мы дальше исследовать сей уровень. Так, немножко туда-сюда побегали, но это не очень результативно было. Да, кстати говоря, мы же нашли этот самый код от оружейной. От оружейки. Надо использовать срочно. Здесь. Так, это там. Ага, вот тут вот, кстати, надо скинуть. Пистолетик, конечно, уже не принадлежит к этой палубе, но тем не менее. Черепа и бирки. Бирки попробуем найти где-нибудь наверху. Пистолетики. Она собирали, да? От души. Так, а это у нас было, я помню, что, так, для начала скину ненужные вещички вроде этого пистолетика. Ага, да, все в порядке. Дайте мне монетки. Хорошо. Вот этот 705, если я правильно помню. Да, я правильно помню. Я возьму, пускай будет. Это что у нас? А, я понял. Это что-то неконтактное мина. Ну, я, пожалуй, это самое. Пока не буду. Работает. Так, это статус, где мы там, что там находимся, карта, инвентарь. Это так не работает. Но все пустое, кроме, да, кроме вот этого. Четыре где-то у меня что? Ну, у меня ж есть. Что за херня? Ребята. Только я добрался, да? Я 41, да.
Возьму пистолетик, попробую. Мне нужно один свободный, скажем так. Простите за подобную беготню. Так. Чё-то я сюда пришел. Мод комплект надежно закреплен. Чё? Куда он закреплен? Непонятно, ни хрена. Почему он не работает? Чё-то хакать надо. Блин. Давайте еще раз глянем. Если ничего не найдем на первый взгляд, то и откуда стоишь. Ладно, тут ничего не видно. Все-таки нету ничего. Что, конечно же, крайне обидно. Я пошел отсюда. Вы меня очень сильно огорчили. Прям сильно-сильно. Черепушка. Собиратель черепов, блин, да? Кстати, кто у нас там? Бартоло. Непонятно. Кто это, что это? А, мы там были, медицинский отсек открывали. Так, где тут лифт? Нет, лифт не здесь. Лифт в другой стороне, вот оно. Ай, какое все маленькое. Угу, тым-тым-тым-тым. Там мы были. Сюда мне пока не хочется идти. Ну, на самом деле я тут лоханулся с записи и перезагрузился. Там просто надо будет сходить, но потом. Спасибо. Мусор, мусор. Ящик, ящик, это хорошо. Пока особо ничего нет. Что это такое? Что такое? Как-то кредит можно вытащить из этого. Нельзя сделать хранилище для бирок. Пускай будет. Так, это что у нас такое? Банк с химикатами, химикаты, химикаты. О. Так.
знаю, не смотрите. Смотрите-ка, да? Не одинаковые. Это пустое. Самое первое. Надо было так делать, что ж я делаю-то, а? Какая интересная хрень. Летающий вирус. Ага, шестое чувство какое-то. Как его использовать? Радарный модуль, а? Аж мапа. По мапе как-то это делается. Дайте-ка посмотреть на управление. Привязка клавиш. Инвентарь. Показать информацию. Б. Шестое чувство. Сейчас подумаем. Так. Короче, я тут немножечко поменял кнопочки. Посмотрим, как оно будет работать. Непонятно. Шестое чувство. Надо привыкнуть к тому, что у меня, как обычно, прицел на это, а на F нужно нажимать, Что у нас это такое? А некуда. Правда? Пушку некуда. Так, срочно надо найти какой-нибудь этот самый. У нас такое. Ага, вот теперь немножко неудобно становится манипулировать всем этим делом. Так, окей. Гораздо лучше. Чего-то не хватает. Ага. Так, это в правильном направлении, думается. Так тогда, если все так, то чё ж не так? Чуть осталось, а? В рамках этих двух, я вижу, да.
Но как нам это сделать? Пока вообще не видно вариантов. Вот иди сюда, оно раздваивается. Однозначно идет сюда. У нас еще где-то есть штрафсеры? Нет, вроде. Сюда или сюда? Все. Сюда переводим, собственно, получаем. Хорош, что он дышает. Нормально все. Так, я пока не понимаю. Что бы это значило? Я попривыкну к тому, что у меня смена идеологии. Да блин. Собака. Тут вот Элка даже должна быть, а не Эфочка. Потому что я поменял, а оно не поняло. Вижу цель, не вижу препятствий, да? Cancelled. Standard station restoration procedures online. Это приятно. Всякого, да? Ну, давай не будем торопиться. Так, ну это там. И что здесь? Граната. Не, ну приятно, конечно.
Хотя отсюда можно как-то. Нет, отсюда тоже нельзя. Не будем высовываться раньше времени. Так, ровно ли наверх? Что здесь? Так, дальше нас куда-то вниз ведет. Работает и не починить, хотя ключик вертится. Так, дальше. Дальше. Бирочка. Кто ты такой? Так, подожди, я же Alt жму. Блин, как вы бесите. Забавненько. Alt. Может, тут нет? Так. Где у нас тут еще? А, я же там скинул, правильно. О, письмецо в конверте. Производство роботов. Ребята, пока питание на станции нестабильно, производство роботов нужно остановить во избежание их дефектов. Как вам известно, если производственная система не отключить должным образом или запустить производство без надлежащей проверки, шанс получения дефективного продукта существенно возрастает. Руководство больше не потерпит травмирования персонала и повреждений системы из-за некачественной сборки. Напоминаю, код отключения производства 889. Это последнее предупреждение на данную тему. Джон Нанут. 889. Хорошо, запомнили. Так, у меня такое ощущение, что надо будет сейчас обратно все, потому что... О, послушаем. Что-то у нас не подключено к Шадану. Шадан. Так. Как бы тут не сдохнуть. От багов. Это было бы обидно. Так, что там у нас новенькое? Ларс Вестергрен. Переговоры. Переговоры с объединенным земным конгломератом горняков насчет прав на спутники Сатурна проходят успешно. Статус Трайоптиум позволяет выдвигать уникальные условия, поскольку станция Цитадель уже находится на стабильной орбите и оснащена оборудованием, необходимым для предварительных изысканий. Прогноз прибыли с учетом стандартной 30% доли в местных промышленных предприятиях ОЗКГ весьма обнадеживает. Наши юристы изучают вопрос законности введения 25% налога на перевозки, поскольку технически корпорация Трайоптиум принадлежит первые права на космические магистрали в секторе Сатурна. Ах ты какой, а? Капитализм. Угу. Ничто так не мотивирует капитализм, как истории. Ой, хитрит Мадрид, блин.
радиационное отравление. Вы что, серьезно там, блин, ребята? Так, кто там? Монстряка, да? Пойду-ка я там положу лишнее. Реально, я тут не понимаю, какого хрена. Забавно, если это баг. Я вообще не вижу других вариантов. Блин, у меня кнопки перестали работать. Пипец. Может как-то. Что-то кроме монстра есть, а ничего нету. Окей, так. Скину все лишнее. Конечно, весело и так далее. Но тем не менее. Потом я еще вернусь, наверное. Не обещаю. Что за письмо? Письмецо в конверте. Погоди, не рви. Компьютерная исправность, производство, отчет инженеров. Джон Дэвид Вонг, отчет инженера. Внимание техников на инженерной палубе. Освещение и питание в квадранте беты все еще нестабильны в связи со скачками напряжения за недавний глюк в работе Шадан. По поручению мистера Эндикота я установил размыкатели в квадранте Альфа на случай сбоев питания в бете. Чего? Размыкатели в Альфе на случай питания в бете. Ничего не понятно, но очень интересно. Так и запишу. Человеческий череп, да?
хоть что-то. Пытаться, по крайней мере. Фух. Надо попасть между этими двумя. Свет. Что у нас? Патроны на... А, магнитные эти самые. Это хорошо. Это надо воспользоваться этим. Блин, ну и... такое ощущение, что надо задефолтить. Так, бросить вот сюда, эта фигня не нужна. Что тут у нас? Чтоб чисто не мешало морально. Они здесь лежат. Солдат спит, служба идет. Как говорится, да? Ланж. О, это я ланж пропустил. Сейчас зайдем, посмотрим. Блин, альт перестал работать, пипец. Ребята. Сейчас. Простите. Так. Ланж-зона, да? Так. Сюда мы были, сюда мы были. Пона. Кидали тут меток, да? Порядок должен быть в библиотеке. Угу.
проходили, там наверху были. Доступ, научная палуба. Оу. Что-то я как-то... Ой. Подожди. Эффект красивый, но, блин, несуразно немножечко. В альфе включается бета, да? Зайдем, конечно же, куда же мы денемся. Бляха, муха. Блин, вообще бляха, муха. Бляха, муха, муха, бляха. Гоботы, роботы, блин. И на вашу жопу найдется. А, энергии вообще нет. Это же обидно. Теперь самое время подзарядиться. Блин, чё вы меня стреляете? Я что, вам плохо... Плохое что-то сделал? Вообще, да, конечно. Бляха-моха. Фига себе. Что-то пошло не так. Что-то пошло явно не так. Гамма, да? Доступ нужен. Что-то у нас такое непонятно. Это мостик, это я помню. Мостик, дельта. Мы здесь были. Были. Пиво пили. Пистолет бросали. Патроны, ну что с ними сделать еще? Так, так. Вот тут мы такой круг описали. Ага, тут такой кружочек будет, там наверху. Ага, так, вот мы здесь вот что-то не дошли. Но мы потом разберемся. Так. Давайте в альфа зайдем. Бирка. Install manual switches in Alpha. At least now there's a problem with the lights and
Киборгов делать? Что еще он может делать? Черепушка. Внезапно не трогается, да? Я думал, баг, оказывается, фича. Так, там ничего нету. Это не здесь, значит, надо ходить. Ага. Техническое помещение. Прямо сюда. Эй. Подождите-ка. А если мусор как-то аннигилировать? Об этом продавать можно? Ресурсы. Это хорошо. С полом случилось-то? Кто снял половое покрытие? Где мапа? Пи-пи-пи. А, мы обошли вот так вот. Да, получается, что мы тут сделаем? Шли сюда. И они зашли сюда. Да, вот зашли сюда, потом. А там нельзя пройти. Понятно.
использовать. Надо посмотреть на этот кубик. Что произойдет? Сколько у меня тут мусора? 63. Не это самое. Черепушку-то еще забрал что-то, а? А, хорошо. The results from our trials with the nanobots have been extremely encouraging. Their ability to weave just about anything into existence is remarkable. Few more months of study and I think we can safely deploy them to mining operations on Deimos. Once they're there, we'll never have to ship parts again. Просто, а как это самое, вы думали, что лазер повредит всей этой земной системе? А? Я пока не очень догоняю. Что это такое? Фигня какая-то, фигня какая-то, все фигня. 63 64. Приятно, я понял. То есть даже мусор можно дезинтегрировать в такие кубики. Супер, мусор собираем. Чем ты работаешь? Игольчатые патроны.
эти вот, да? Ага, вижу. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Так, что-то я смотрю тут. Во-первых, тени странные на руке. Во-вторых, когда она двигается. Все же есть ощущение, что дробовик и рука, они технически вместе, но по факту нет. Доктор Дарси. Здесь непонятно, кто, где, чего, почему. Тут обследовали, окей. Прыгун, блин, а? Пипец. Распрыгался тут. Что-то есть интересно? Ничего нет. Типа мы здесь включили свет, правильно? Все, что ли? Бля, хомохом, мы с Томерой ходим в пар. Дельта. Мы из Дельты пришли, наверное, все-таки. Не все-таки, а пришли. Сейчас, конечно, заниматься. Ага. Коллекционируем, блин, черепа. Пипец. Винтовку, блин. Сейчас.
мусор. А, еще одна есть. Вот полный набор этих самых. Вот этих вот самых есть. Полный набор. Так, но это я сюда бросаю. Ланч. Что это такое? Же это самый хакер без мусора, да? И он там все это сказал. Кешки. Так. Это здесь, это там, это там, это здесь. Меня снедает удивление, почему я не смог добраться до сюда. Это какой-то баг или что такое? Или тут... Есть разница, куда что вставлять? Есть. Прикиньте. Оказывается, вот оно что так. Перегорел, якорный бабай. Белую карточку забрал. Или синяя, тут сразу не разберешься. Одна из этой дырки придется выбираться, как забрался. Наверняка я возьму какую-нибудь другую карточку и смогу забраться с другой стороны. Так. С энергией у нас все чики-пуки. Угу. Так. Если мы пойдем сюда, а потом вот сюда. А, нет, мы сюда не пойдем, потому что у нас тут радиация. Это крайне вредно для здоровья. И так уже бледный вид лица. Thank you.
поочередно. Телепортер. Куда телепортируешь? Сломано, все поломали, и без это самое безобразники. Надо все равно через бету проходить. Так, телепорт нам не надо. Ай-яй, ну что же я делаю такое? Что у тебя было за душонкой твоей? Патроны, это хорошо. Здесь что, кино что ли было? Прикольно. Киношечка, мусорочек. Где лифт, кстати? Где лифт? Cyborg 43S. The current strain of the virus is reaching its toxic perfection. The subjects in the level 6 residential zones have grown tumors as their bodies are purified. With my creation, guard the executive level well. I sense infiltration. Infiltration. Кто-то передался в киборга. Ух ты ж. Радиация, биологическая угроза, блин, пипец. Не зайти, не проехать. Talons, I shape clay, creating life as I please. Around me is a burgeoning empire of steel. From my throne room, lines of power careen into the skies of Earth. My whims will become lightning bolts that devastate the mounds of humanity. Out of the chaos, they will run and whimper, praying for me to end their tedious anarchy. I am drunk with this vision.
God. The title suits me well. Да, по-моему, кто-то явно добавил всех этих божественных сущностей сюда. За хакер такой, даже автомат не можешь сломать, чтобы он патроны начал продавать. А? Интересно. Это новый киборг. Там наслушались, а потом так участвую при переработке. А где? Стейси Эверсон, как лабораторная крыса. Привет, Карло. Мне удалось найти переписку на старых серверах на научной палубе. Пару десятилетий назад все важные шишки ходили к одному психологу, Джеффри Хаммеру. Вот что он предлагал им. Станция «Цитадель» должна запомниться своим вкладом в исследование космоса человечеством. Поэтому я предлагаю воспользоваться случаем исследовать два важных воздействия космических путешествий на человеческую психику – стресс и тревожность. С этой целью каждая из палуб станции будет спроектирована так, чтобы вызывать подобные эмоции. Работая в этих помещениях месяцами и годами, экипаж станции даст нам больше сведений, чем любая компьютерная модель. Важность подобных данных для проектирования звездолетов трудно переоценить. Я всегда знал, что с этим местом что-то не так. Мы для них просто лабораторные крысы. Да,
А, ну тогда все, да, что тут? Теоретически понятно тогда, почему она такая. У вас уже есть. Воспользуется, да? 47% of specimens were remade. Disappointing. Those who were remade were less than ideal. Those insects that have survived are unworthy and scattered to the darkest corners. The flaw must lie within them. Earth will have a proper spectrum for my virus to grow. More testing to refine. It must be done. Шодан, ты это самое, ты... У нас уже есть Гладос. Она тестовые чемберы делала. Ладно, полетели. Взломаем пару чего-нибудь. Интересно. Какой-то робот. Робототрон. Так, я чувствую. Не понял, как это работает.
Ой, ядрит Мадрид. Чем ты меня как-то покоцала. Ладно, дубль 2. Параметры, что там у нас управление. Ни хрена непонятно. Но очень, сука, интересно. Дрель Айс. Что она делает? Приманка. А, приманка. Это просто пульсар. Ясно. Легко было. Как это работает? А, бляха-муха. То есть она... Пс. Я понял. Надо отпускать просто. Эй! Мадрид. Где лечилка? Где лечилка? Лечилка, лечилка, лечилка. О, лечилка, это хорошо. Зараза, а какая? Пипец. Чё, куда? Туда, сюда, сюда, туда. Не обязательно всех уничтожать. Честно, условие на одном крыле. Торопись-ка.
теме. Да вы это самое издеваетесь? Да, издеваетесь. С этим я как-то боролся уже. Где эта дрянь? Прозрачный, ни хрен. Ох. Стой. Наполовину. Барнмау. Интересно, я могу вот так вот сделать? Да, я могу вот так вот сделать. Что это такое, кстати? Кредит, мусор. Мусор, кредит. Что-то я взломал. Что я взломал? Были, надо в портал зайти. Так. Как там выйти было? Стоп. Ай. Полезное после тела хотя бы остается. Бляха-муха. Что надо сделать, чтобы... Да ёкарный бабай.
что? Перегрузка, блин. Оно улучшилось или нет? О, блин, фигня какая. Чего нельзя было просто взять? Зачем надо было этот? Так, где я вообще нахожусь? Еще зарядка была. Правда? Правда. Так. Ну что, может, прям сегодня и получится разобраться с инженерной палубой. Так, где у нас там мой склад вещей? Здесь, по-моему, был, да? Так. Да. Еще один дробовик. Патронов это других. Тип урона с 8. Пистолет Magnum 1100. Пистолет. Штурмовая винтовка. Но Magnum 2100 у меня нету. Штурмовой винтовки у меня нету. 10 гранат мне тоже сейчас не нужно. То есть если я обратно возьму, она 10 станет, да? Да, все правда, она 10 станет. Вот. Что тут у нас еще? Игольчатые патроны для дробовика. Это для скорпиона, это... То есть, если что, без патронов я не останусь. Так, черепада, бирки есть. Походу уже нету. Пойдем-ка проапгрейдим пистолетик. Быстренько. Мусора набрать. Да, похер. Так, это было вот здесь вот. Так, идем сюда. Да. Сюда. И сюда. И тут вот эта херня такая, да? И забираем. И применяем. Что это такое? До 20 патронов. Вот. Визуально это вообще никак не видно. Это, по-моему, недоработочка. Уж могли бы как-то обозначить, что это улучшенная версия. Не туда. Так. Мапа у нас. Мапа. И остается гамма. Гамма сюда, гамма туда. Может, подлечиться надо было, но здесь у нас радиация, всякая фигня некрасивая. А я здесь выйду вообще? Давайте попробуем.
какая-то лесенка. Что-то где-то я нашел какой-то выход. А, я понял, какой выход я нашел. Ну, тоже нормально. Ой, бляха-муха. Есть что? А если найду? Держусь от посещения этого места. Пипец. Вот и наконец-то. Фух, пипец. И ресайкл стоишь. А, понял. Вот, закину прямо сейчас. Тут интересно, смотрите, куда. Заблокировано вручную. Там жуткая радиация. Я сюда не пойду. Пока что. Надо со мной, когда у меня есть супербластер. Что-то есть интересное? Ну, смотрите-ка, есть два варианта. Можно пробраться туда-сюда. Сюда, туда. Ну, синяя карточка. Что бы она ни делали. Стаминный пак. Чтобы он не делал. Надо, блин, эту стамину попробовать. Точнее, берсерка. Тут так уничтожить, да? Я понял. А не, смотрите, как тут хитр. Так, робот мейтенанс. Да, я сейчас все уничтожу, все у всех уничтожу. Ай. Трончик-то уже нету. Ай. Зон, чтобы это не было. Mm-hmm.
помню. Так. Или не помню. Где-то начало, где конец. Нужно довести вот до сюда, правильно? Довести до сюда. Вот так вот. Оказалось просто. Главное, чтобы засада какая-нибудь не пошла. Я, пожалуй, подлечусь. Туда, куда нужно, а? Понял, что там. Какого-то роботов-гоботов, да? Это вовсе не пипец. Это не пипец, это не пипец. Да. Понятно. Интересно. Где этот грузовой лифт? Ребята, там что ли где-то? Так, я вижу дверь. И тут дверь. Сейчас.
Я попробую тут пройти как-нибудь. Сломали. Суровые люди. И тут что ли сломали? Надо забрать оттуда. Патрончики. О май гад. Пробивание брони. Ну. Да, что-то я не пользовался этим. А, вот тут вот пробил, хорошо так. Один. Если вдруг она малышес, да? Лазер команд. Я чё? Ой, я молодец. Пипец. Это не пипец. Подожимал кнопок. Эй, блин. Подожимал кнопок. Молодец. Теплые, а вы это уже холодные, как айсберги, блин, в океане. Все ваши страдания за темной водой.
Пойдем, поздаем ваши пистолетики. Оружие сдаем всем, это самое. Жестянка какая. Я удивлен, что ты решил примкнуть к нам. Ха-ха-ха. Ой! Да я про тебя забыл, извини. Извини. Моя ошибка. Хорошо, что ты добрый и пушистый. Ты умираешь всего с двух раз. Пу-пум. Монеток. Ты можешь этого не делать? Это мне стрёмно как-то. А, смотрите, я забыл какой-то. Вот так вот. Слушайте, да. Забавно. Это якорный бывает, что же я делаю это? Использовать, дезинтегрировать. И какая-то фигня такая. Пойдемте. Это вообще не обязательно. Здесь вот, да? Но не, я туда не пойду. Не-не-не-не. Вот он, золотые. Смотрите-ка, после... Что? Когда здесь стоит? Не, все хорошо, все хорошо. Так, ладно. Пойдем сдадим патроны. Так, что-то я туплю. Я туплю, потому что гладиолус. А гладиолус у нас там. Вот здесь вот гладиолус. Внезапно газовые гранаты, да? А нет, подожди, десяточка. Десяточка.
Ща, я тебя закину. О боже, я тебя закину. Ладно, не закину. Лежите, мирные стада. Так, магния, патроны, это тоже пускай будет так. Лежит и лежит хорошо. И 4 черепа. Как-то так. Все, понеслась дальше. Которую нажимать нельзя. Ха-ха-ха-ха. И зачем же я сюда пришел? Я молодец. Пробуди внутреннего маньяка в своей. Служение тахионного лазера. Глава 3, раздел 5.2.1. Для корректной работы промышленного тахионного лазера требуется ежегодное обслуживание. Для этого деактивируйте защитные замки щита, чтобы открыть доступ к шлюзам на внешней поверхности лазера. Код перехвата управления лазером известен обслуживающему персоналу, но копия хранится в научной библиотеке на научной палубе. На экстренный случай. Код необходимо ввести на панели перехвата управления на реакторной палубе. Внимание! Систему перехвата управления необходимо привести в исходное состояние, прежде чем возобновлять работу с лазером. В противном случае возможны его необратимые структурные повреждения. Научная библиотека на научной палубе. Вы что, издеваетесь? Я же оттуда уже был. 889, производство роботов, там все дела. Так, давайте-ка посмотрим. Радиация, радиация, радиация. Нам нужны нормальные костюмы. Теперь нам нужен лифт. Лифт нам нужен. Я в правильном направлении смотрю. Лифт у нас. Че тут? А, всякая херня. Давайте. Отдадим, раз я уже тут. Всякая фигня. 10 за 1. Ну вот, ровненько 40. Ладушки. Ну что? Мейтенанс или реактор?
А давайте в реактор. Смотрите, как нам уже дали выбор, да? Ну что, дорогие товарищи, мы преодолели с вами инженерную палубу, research level. И на этом, наверное, закончим. Будем исследовать в следующий раз реактор. Так что на этот раз спасибо за то, что были со мной. Если вам понравилось, лайки, подписки, шары, донаты, все, что в ваших силах. И увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. А на этом все. Пока-пока.